Зараз я зумовлю таку красоту. Ай, красота! Ай, красота! Я, Рома і Юля поїхали в біопарк. До речі, добрий день. Так, зараз ми їх наздоженемо. Ти гарно п'єте, а? Тихо. Смотри, как они уже, смотри. А ну? Паш, я промахнулся. Еще разочек. Блин. Роман, а ну давай. Тихо. Так, давай. Блин, что с ним-то стукало? А ну ты попробуй. А ну ты попробуй. Я не можу попасть. Це ми так кидаємо їду обізянкам. Так, Роман, натягуй. І? А лебідь не пойме, в чому діло. А лебідь? О, перелетіло. А обізянка з тієї сторони ще повинна зловити нашу їду. А лебідь, воно внизу жде. Юля, йди ти, Борисько. Досталось дві штуки. Юлічка, йди ти попробуй. А, може у тебе повиш. То ми стріляємо і в холосту, не розумієш? Ні, так хотів. А как его стрелять? Ну, в рогатку. Ты в детстве за рогаткой стреляла? Да. Нет. Я не тот самый. Давай. Я понял. И шоу, так? Давай. Ну, получилось. Жопу почесал. Получилось, прикольно. Блин, так и что? Что, там осталось все? Да, на, бросим. Ну, давай, я же. Давай. Ей прям жопу стрельнула, ты видела? А я хочу на две, зараз все забере. Майже. Обезьянки. Я не знаю, как этот зверек называется. Да. Но он уже такой хорошенький. Ой. Сейчас. И тебе дам. О, Миколаевич, давай. Я кормлю всех зверей. Да. Добродетель. Добродетель сразу. Саша кормит. Вот подержи, чтобы оно тебе на понял? А он еще занят. Сейчас, подожди, найдем другого. А как его звать? Капибара. Какой? Капибара. Капибара. Разве это он? Сейчас мы неправильно называем. Да? Это Капибара. Мне интересно, лапковый он достал? Я вам говорю. Давай. А ну, лапка. А ну, давай. Служи. Служи. Я ему служу, понимаешь? Давай, служи. Опа, ой, молодец. Так, а у мене вже нема, пуста чашка. Придеться ще мати. Опа. Ти вирамали. Нема. Все. Это как и повар. Виключаю. Так. Що тут, Где-то два птички написано, что у них смотри. Вот видишь? Где-то птички. Где-то они летают. Вот кормушка здесь. Где? Кормушка. А птицы где? А птички? Наверное, у них обидена перерва. Хюминг. Это, ну, бёрд, птичка налетает. О, вот они. Ну, вот так быстро летают, что я не могу ее даже сделать. Есть. Бачи, воно прыгає. Раз. І тут що ми побачили? Тут літучі миші. Як я їх так... Я пройшов їх... Я їх пройшов, не побачив. Зараз я їх приблизно. Написано, пальцями їх не трогати. Ну, видно, сплять. О, дивіться, які вони страшні. Ну, я так десь обійду його. Отакий він буває. Все, Роман, йдемо далі. Ми прийшли на територію обезьян.
Ну прыгай, прыгай, прыгай. Это наша актриса Жанна. Она и Симона, она же и Юля. Кормит, кормит обезьянок. Хорошая девочка. Ну, а ну, рома. Оба. Ничего посадить. А, я понял. Смотри, как девочки. Как девочки? Ага, вот так. Чтобы она сама забрала. А, ну, наверное, фото уже делали. А ну. Оп. Залази. Сразу. Ага, есть. Смотри. Тут бобер. Он как раз не спит. Как раз в работе. Что-то перегрызает. Так, а ну, подивимся на него. Диви. Роман, він якраз в роботі. Зубки точить. Він щось там хаває. Зубки точить. Які вони хороші. А де його бабріха? Бабріха? А батьки ж були отам внизу. Батьки. А це він поїхав, сам сняв квартиру. От. Щоб без батьків жити, бачиш? І щось там сам собі вже робиш. А ти спали. Ром, я ж знайшов сина. Ваня. Да, все. Ділом зайнятий. В тренерському лагері. В тренерському лагері, да. Він манікюр зробив. Кльово тут. Природа, звірі. О. И вот мы пришли к Ламинго. А 100 йен закончилось. Нет, есть 500 вместе. Сейчас я дам. Подожди. Давай купим им еду. А ну, Ром, выбирай монетку. Выбери монетку. Покажем, как это працює людям. Так, нажимаешь. Куда нажимаешь? Не, никуда не нажимать. Кидай ему монетку. Крути колеску. О. Бери їду, а ну покажи всім їду, покажи їду. О, бачиш, кормьошка. Все, зараз Рома відкриє і буде кормити фламін. Красний, це красний цвіт чи не? Ага. Я не помилився. Так, ты будешь кормить того, что в реке, да? А ну. А какого у них тут еды он насыпан? Фламинго. А у них зубы на этом, на клюве. Да? Да. Так ты ж дивись обережно. О, начинается драка. Животный мир, что ж вы хотели? Ты их дразнишь. Это вам зависть называется. Да. Коробочку. Бери коробочку. Давай мне коробочку. Что вон у меня? Ай, попробуй с коробочкой. Гуси. Не скатите, да. О, ты как... Ажиотаж. Так он распускает. Распускает. Пошли. А это красный. Смотри, красный. Бери. Бара-бара-бара. Бери, бара-бара. Давай на гид. Ой-ой-ой. Руку грызут, это его. Да-да. И запивай. А ну ему, да, ему там. Красный? Да. Да. Красный. Ш-ш-ш.
приблизились к сусликам. Суслики. А потом куда нам идти? Ой, какие хорошие. А ну сейчас. Кормить их неинтересно. Да, приблизим, не, приблизим. Да. Всех, не, я не так не просто им туда. Да, чтобы покормить уже с руки не можно, а надо кидать им туда. Не цікаво. Ну, такие они классные, да? Видишь, как они лапки так тихо. Оп-оп-оп, встал его. Встань, никто не улетает. Да. Передача аниме планет. Их на территории, да, они живут. Ага. Красиво, красиво. Ты куда? Так, выбираю. А теперь Роман кормит меня. Не. Ну. Роман, ты улыбаешься и в камеру смотришь, как ты кормишь. Нашел зверька. Только орешки есть. Кабибара. Ну вот жуки еще. Ну вот это же даже место. Кабибара. Ну ладно, когда перед бегемотами, может, уже... Видишь, ну да. Так. Бегемот будет самый последний. Да, идем на эту большую. Погнали. Рок. Але чудово. Це не суслик, це кандюк. Тут ми приблизились к звірку капібара. Ні, ну він понятно, вставши ще сам ранку, наробився. Один. Ладно, йдемо далі. Що у нас там далі? Так. І тут ми приблизились к звірку бразильський тапір. Тапір. Опять тапір. Так, ну хто это? Близи, три копыта у нього. А, да. Я бачу такого. Бачу? Да, по Discovery. Да, хорошо. Кому хорошо? Тебе? Я жупрусь головой. Снимаю, снимаю. А тут я увидел наскальный рисунок. Дивіться, что я малював. Тут мы наконец-то ближе приблизились к капибара. Капибара. Який звірок хороший. Він такий здоровий, так? Мама, подойди по чуть. Хай, конічіва. Ну, Рома, почеши його. Вона застигла.
Не хочеш собі таку додому? Ага. Хорош, ж такі спокійні звірки. Спробую його погладити. Спокійно такий. Це здорово, здорово. Здорово. Біжиться йому. На це не реагує. Хорош, хорош. Ясно, ми приблизились к южному ковачу. Южный ковач. Да, да. Вот он какой. Ковач. Ковачи. Тут наконец-то мы приблизились к выдре. Так, они тоже спят, да? Угу. Все. Ну, видно, мы после обеда пришли, да? Они же поели. Угу, ясно. Так, и там дали на горку. Там лама, лама. Лама. Лама? Ты запомнишь? По карте. Красиво, да? Давай, давай. Поляна кактусов, да ты что? Да ты что? Патагония. Дивиться, какие кактусы вот. Чуешь, я такие кактусы только... Только в по Discovery Channel бачу. А вот они... Класс. А ну, ну, стой. Калас. Вот, смотри. Красненький такой. Угу. Да. Давай, да. Вот это кактус. Давай. Давай. Кактусовая Русь. Ой, подожди. Вот это кактус. Прическу. Так, красиво, красиво. Прическу. Красиво. Я колись помню, мені кактус маленький на руку звалився, кажуть, що то було капець. А це представ, щоб так, такий великий звалився. Ого! Кактус на голову звалився? Ні, на руку. І от, наконец-то, ми приблизились з склонцем. Так, ну трогать ми його не будемо. Він щось шукає, шукає. Це ж. Подожди, це коли він боїться, да, він так задом стає і починає от эту свою штуку розбризгувати. Да, свою ту штуку. Да, так, так, так. Ну, вроді би він не боїться. Хороший, хороший скунсик. Не надо, не надо тут це, приближатися. Уходимо. Наконец-то мы приблизились к зверьку Малоянский топир. Кто это? Малоянский топир. Там так написано. Да. Ты представляешь? Я такие, кажется, в мультику бачу. А вот в реале я такого не бачу. Что его так заинтересовало? Камера, камера. Он любит камеры. Бач? Он позирует. Хоп-хоп. Класс. Что-то вынюхивает. Он вас вынюхивает. А у него две. Снюх хороший. Mm-hmm. Нос такой длинный у него. И шевелится класс. И интересный зверек. Он любит болото, да? Вот это. Болото сике... нет. А что это такое? Грязюка просто. Mm-hmm. Так болото грязюка. Это что? Какой у него нос? Да ты что? Да, интересный. Интересный зверек.
Не, это топир. Топинамбур. Где там как? Две дороги, одна. Слухай, а как нам туда наверх? А наверх нас, наверное, туда не пустят. Наконец-то приблизились к зверьку альпака. Альпака. Альпака, альпака. Иди на сюда. Рома, ты не давай карту. Я знаю, что он советует. А это кормежка. Можно их кормить. Сейчас он где-то купит. А ну, дивись, Юлечка, я сейчас... На тебе 200 є. На что, на что? Кинь в коробочку, тут тоже, дивись, как все сделано. А что ж, 200 є? 200 є. 200 є. Кидай туда в коробочку. Це ж на чесне слово. Ми покупаємо їду ось оці... Фуру. Так, да. бери цю, я тебе буду знімати. Коробочку. Так, да, як ти будеш кормити цього. Романа ти будеш знімати. Роман, ти знімай теж. А ну. Ух ти! Ти що? Ти поосторожні. Поставив маленького козу. Ой, слышиш, а у нього зуби нормальні такі. Ні, лучше з коробки дай. Юля, бережи пальці. Ти що так єсть? Ти що, ну вот это альпака, а? Альпака, ты как альпака, блин. Сейчас. Ой, Юлечка. Я тебе говорю. Козлик маленький сидит, пошли ему дальше. Где козлик маленький? О, пошли. До маленького козлика. Вот викинг прикольный. А этот не даст. А это альпака. Ты будешь выдирать, да? А ти туди трошки козліку, ну, щоб той не достав. Козлік. Ах ти. Смотри, а эти, блядь. Я коробку. Вона йому бодає. От такі тут ці звірячі. Джунглі, джунглі. Закон джунглі, да. Я приблизился к большим черепахам. Вау, какие они большие. А нас внутрь туда не пускают? Чтобы мы их не съели. Да. Рома, ты несколько путок сделал, да? Да, да. А ну пошли дальше. И тут мы наконец-то приблизились к зверьку по имени енот. Енот. Енот полоскун. Полоскун. Так. А, только он и вон там. Там толпа. А, бо тут, конечно, тут же кормят их, чи шо? Ой, куда же им эту кормежку кидать? А, сюда за стекло кидаешь? Mm. Вот, и вин там его есть, да? А ну, енотик. Вот это я пью. Их интересует только одно. Они, видишь, все. Еда, еда. Дай какой, давай. Тебе животный свет? Он полоскун. Он, смотри, пошел мыть что-то. Еду пошел мыть. Ему дали, а он пошел полоскать. Да он полощет. Вон, полощет он. Ему дали еду, он, видишь, в руках у него. Да. Они же вперед полоскают, а потом полоскают. А ты что, сверху что он там? Что тоже получит. План побегал, видно, думаю. Она и голода. Крыло. Под на карале. Под на карале. Вот это появится.
Так, и вот наконец-то мы приблизились к дикобразу. Дикобраз. Вони сплять. А, один проснувся. Проснувся, подивився в нашу сторону. Та й думає. Не цікаво. Пойдем далі. Вот наконец-то мы приблизились к жирафе. Жирафа! А ну, Ром. О, який жираф. Или знаешь, вот сюда. Какие у него домик такие? Ну, подожди. Домики. Ром, ну потом сюда. Ну, подожал. А я пишу вперед. Ой, який він великий жирафчик. Красавець. Ось такий хорошенький. Іди к нам поближе. Длинну шиї такий. Ой, як він красивий. А, хоба, він гілку схватив і їсть. От так. Хороший звір. Бач, він добрий звір, він собі гілочки їсть, от, м'ясо не їсть, немає в нього злості. Привіт. Хороший звірок. Ей, клас. О, а тут його друг іде. Чи це подруга? Ні, навірно, друг. Так. Що там там нагнувся? Шукає, шукає щось. А! Він теж травичку взяв і їсть. Диви, який він великий. Ой, клас. Скажи. Ага. Клас, да? Прекрасный зверь. Жирафчик. А тут наконец мы добрались к страусу. А у страусов друг зебра. А зебра? Сейчас покажу зебру. Зебра, он там спит за страусом. О, знаешь что? Зебра что там лягла. И все. Тільки одне пойму, да? Два страуса, одна зебра. Вони що там з неї здіваються з цієї зебри, чи що, бач? Зебра ліг такий. Все, вже не може. Терпіть цього всього. Ось тобі яйце. Потрогай яйце, засунь руку. Чувствуєш? Омлет. Ага. Омлет був би нормально. На трьох чоловік наїлись би, да? Інтересно. Да. Клево. І от ми наконец-то прийшли к обезьянам. Давай, ты у нас фото. О, Юлечка уже подружилась с этим. С маленьким таким. На, Саша. Привет, 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 привет. Ой, ой. Ой, ой, ух ты, я гонзену. Вот это было прикольно.
Оп-оп-оп. Что это мне на ухо там кричит? А, я думаю, что там кричит. Это было классно. А ну, Юля, он прыгает на меня сейчас. Нет, он не прыгает, а он на Рому прыгает. Рома, я это, конечно, клево. Они в голове даже копасатку. Да, Виктория? Нет, Синтян, да, Виктория. Дай на ее. О, посмотри в камеру. Синтян, Синтян. На Романа прыгай, прыгай на Романа. Такой, опа. Дай тебе уже мощь, передай. Давай. А, он не хочет. Идем дальше. Ты забирай, слухай. Хай у нас там живет, да? Да. Пошли, ему понравилось. Все, пошли. Опа, все напрягло. Пошли дальше. Что там делает? Что-то он делает там. Роман, что он там ищет у него? Тут мы наконец приблизились к кенгуру. Кенгуру. Видел, выходил здесь. Да. Жунда. Вони всі спать, сплять. Ні, гріється на сонечку. А у мене таке прикольно почухався. Що, він їсть травичку, да? А я піду до того малого. А буде цього великого. Взяв травичку з рук. Хороший кенгуру. Так, де тобі ще взяти? Зіди, треба йому купити. Зараз ми щось візьмемо. Купимо йому їди. Так. А де вона? А я не можу відкрутити так, а ну. Саша, все. Кто-то помогите. Саша, все пропало. Кто-то помогите. Открывай. Бо кенгуру, а не, він мене вже побачив. Кенгуру побачив. Сейчас, секунду. Бачите, яке нюхання? Давай. Закривай потім. А сипни мені трохи. Так, кенгурушка. Та, звісно, він одним хапком дує, все з'їв.
Юлечка, а ну ты? Давай, по одной. Одним хапком мы а все съели. Молодец. Кенгур. Он кенгур. Кенгур. Да. У меня уже нема. Да. А ну все, пани, мне трохи. Это прессовано. Ты маєш в виду, що кормежка вся одинакова? Ну, я щас попробую. А ну, давай. Ай, який він класний. Вот, наконец-то, ми приблизились к лемурам. Ой, які вони. Далеченько так знаходяться? Що там хвостами? О, гуляється, гуляється. Хоп-хоп. Борьба. Да. Сейчас они изучают цей карате. Тренировка. Так, я сейчас побачу. О, а ну отдай. Хорошие зверьки. И вот наконец-то мы приблизились к бегемоту. Бегемот! Он большой. Здоровый. А, то он спеч, то ему сон якийсь, видно, поганий приснився, и все так кричав. Такі звуки издавав тільки що. Бачиш, обіснався і вис. Ну, таке буває. Ми щось приблизимо його. Ого. Здорово. Ну всі вони сплять. А ну той взагалі розвалився, ну то кровать диви яка. Слухай. М'яка. Клик? Где клик? Ано. А-а-а! Рог. Носорог. Носорог. Не, какой носорог? Это видно его зуб, че шо? Это мы тут капусту пихали, а он не ел. Это 100% зуб, я тебе говорю. Да, а той, бачика, он себе развалился там. Не, ему и мягко, бач, он цих повыгонял все на твердое, да? А сам себе лег в постели, дивись, какой мягкий. И спит. Все. Та-ра-ра-ра. І тут закінчується наша прекрасна прогулянка по чудовому біопарку. Ага. Все було дуже гарно. Багато вражень. На. Красива природа, звірі. Гарно. Так вон бабочка. Вон бабочка, де бабочка? Я не знаю. Ні. Ну що ж, виходимо. Ага. Окей, гарний папуга. Ну все, кінець, пошли. Тепер їдемо додому, хоп. Дякую. Щастя, здоров'я, будьте здорові. Щастя, здоров'я. Ну, всім дякую. Юлечка. Дякую.